сюда пошел знакомиться с динозавром. Это динозавр. Иди сюда. Вот собака в одежде. Лаванда, иди сюда. Ну, какое имя еще красивое. Мне кажется, она пара сегодня ходит уже хорошо. Да. Подожди, девочка снимает с них. Я просто я, наверное, сейчас будем по траве в парку. Она сейчас поцарапается. Да нет, поцарапается. Нет, здесь асфальт гладкий. Да. Какой у нее глаз открытый. Она прям улыбается мне. Лаванда, идем. Лаванда, ко мне. Говорят, имени можно обучить. Мы ее тут учили имени. Она у меня как она это... воображает. Она позирует. Она вчера выла как волк. Мявкала как кошка. Она как собака. Это же животное. Да. Вот так. Ползи. Смотри, Сёма, электронная игрушка умнее тебя. Да, лаванда умнее Сёмы. А мама мне хотела... Скажи, я тоже хорошая. Мне раньше... Мама, надо так делать. Мне раньше вот, мама хотела лаванда так свой делает. Марта его подарить. Вот, но... когда она хотела мне его подарить, в Москву завезли прикольную партию. Сейчас. Да, это мы вот так вот по остаточному принципу нас снабжают. И вот сейчас мне на день рождения его наконец-то... Классно. Не, очень, очень классный подарок. Мама молодец. Ай, еще такая воображуля у тебя.